Пойми, на этот раз бой не начнем сейчас. Прощение просим, если сильно напугали вас. Мне так страшно. Я всем рисую, кстати, я поиграю Cluster Track. Да, старая игра, конечно, но она как бы интересная. Тут из-за что-то она громкая. Сейчас нормально делаю. И вспомнить, куда что нажимать, это, честно как. Ну, первый раз дохнуть можно. Я просто, конечно. Да что за хрень? Второй раз, третий раз, некультурно умирать. Игра как-то подлагивает. Чуть-чуть не падай. Ну и доедем давайте, прям пивко попьем, да. Не, пивко нельзя пить, я пошутил, это просто. Образно говоря. Ну здесь как бы уровни какие, здесь они легкие, здесь я что, пройти 5 секунд, короче, сзади, да? Раз, два, и все, я победил. Прям вообще, да и сах, какие тут вообще игры, вы чё? Просто взял, а, еще далеко, ладно. Но ты знаешь, что лучше так не прыгать, а с это. Полетишь такой, и куда? Вот здесь прыгать можно. Ну и зах, чё бы нет. Спрыгнул, прыгнул, отпрыгнул, приземлился. Ну и пошел уровень. Ура, уровень быстро так, пошел быстренько даже. Даже не почувствовал. Ты чё слышишь, зачем ты ходишь в сторону, когда прыгаешь? Великий фарсиан, ты чё, офигел что ли? Вы чё, охренели что ли? Чё, вы чё, специально что ли делать так, чтобы я... Просто так, чтобы... Посмотри. Раз. Два. Устоял. Изи. Дальше чё? С первого этапа мы прошли уже 6 уровней. Как же это быстро, да? Или нет? Ну и прошли этот уровень просто быстренько, как это можно сделать, и все, и там на игру за одну серию проделал. Ладно, ну вы, конечно, так говори, потому что игра-то не из легких, если честно. Так, мы прошли уже 8 уровень, как раз таки хорошая, да. Куда, в смысле? Это сейчас что было? Это как? Не достал чуть-чуть. Ну я же достану в любом случае, вы чё? Не знаю, просто что я только что сделал. Мог же нормально все делать, красиво уйти в бок. Туда. Отлично. Да. Чё, угораешь? Я заспавнился сразу внизу, это ненормально. Так, упрыгиваем. 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 Вы что, играете что ли, или что? Знаете, с кем вы разговариваете, с кем вы тут играете в эту игру? Так что все. Быстро мне дали пройти уровень не эти. Да чего ты так... Ой, как ярко. Красиво полетел. Я прошел первый этап прям вообще за быстро. Чё? Да, давай. Где мои деньги? 15 тысяч, да? Че это такое? Дабл джамп. Отлично, чего бы нет. А это что такое? Не, дабл джамп лучше будет. Наверное. Мы прошли это, нет? Секунду. Мне кажется, мы не прошли ни хрена, зато... А, нет! Все правильно. Какая музыка четкая, честно. Держись, крепись! Ага, отлично. Ладно, я думал, дотянусь. Ну как, я вижу, не дотянулся. О, нифига! Долго за эту хрень? Отлично. Чего так кто-то говорил, что прям игру эту с первого раза, да? Да, на игру за одну серию проделал.
Это не я, если что, не надо. Опа! Да вы что, угораете, что ли? Дайте мне доехать до этого места. Ааа! Охерели, что ли? Ай, как я в... Да чё за хрень? Е! Красиво! Сива, ты чё мутишь? Ну и... Да, прошел. А здесь чего интересного? Ага, понял, мне должны перехватить, да? Ух! Я слишком быстрый. Вот что значит Фоксан быстрый. Он не... Машины не успевают за ним. Вот что значит. Ты чё мутишь? Отлично. Оп! Понял. Оп! Да как ты так красиво залетел, не только ну надо. Я. Ну чё, давай. Раз! И долетели просто. По красоте. Оооо, давай! Нет! И чё это за прикол? Это чё я должен быть за космонавт? Это чё за прикол? Отлично. Отлично. Давай. Да чё за хрень? А как долететь? Мне чё надо быть за Суперменом, если честно? Я думал, я перелетел вообще. Ага. Меня тут чё? На панихол хотите взять вы? Нет! Да ты отлично летаешь, честно. Ой, я ему вломил как. Дерево, сорян, я не хотел. Наверное, больно, да? Мне, например. Больно. Отлично, больно. Ну тебе не больно. Ага, опять перехват, да? Я буду так называть, потому что это мы почти. А, чё, в смысле? Раз. А куда? Правильно. И все. Доехали. Без всяких сложностей, всякой хрени. Да чё? Красиво. Замечательно. Супер-пупер. И раз. И... Ох, как красиво. Некрасиво. Отлично. Так. Эта музыка прям такая знакомая. Лови. Не словил. Ох! Ничего особенного. Я просто чуть-чуть бомблю. Машины! Я вас ненавижу, да? Осторожно, осторожно. Вот! Правильно! Там взрыв, а я просто спокойно доехал. Слушай, нафига какие-то там, по сути, что я вообще хотел сказать? Ничего, ладно, забуду. Что оно такое? Опа! Как вам такое? Ракетамен. О, не надо. Оп! Оп! Оп-оп-опа, короче. Так. Не очень, если честно, я сказал бы. Господи!
О, вот это все было больно. Вот так разогнался под километров 58 тысяч, короче. Ты смысл? Как вообще? Ты хвататься? Вот так, раз. Ну не башкой же. Ну ладно, башка тоже не получится. Да чё так бесишь меня? Хватит умирать, ты. Опа. Оп. Оп. Осторожно. Живи. Так, в гол. Башкой удол. Отлично. 2 из 10. А мы прошли 2 этапа, грубо говоря, почти за 1 серию. Это как бы неплохо. А вы чё? Ты чё, угораете, что ли? Какие там каблуки? Нет! Вы чё? Нет! Вот и так. Фу, на этом буду заканчивать, потому что мы уже прошли много, короче, уровней, и времени, наверное, уже достаточно вышло, так что на этом буду заканчивать. Спасибо, что посмотрели эту серию. Даже подписывайтесь на лайки, пишите комментарии. Ну это все, всем удачи, всем пока!